Китайская кинокомпания Alibaba Pictures, подразделение интернет-гиганта Alibaba, получила монетарный пакет акций в студии Стивена Спилберга Amblin Partners. На церемонии заключения соглашения в Пекине присутствовали сам знаменитый режиссер и глава Alibaba Group Джек Ма. По условиям контракта стороны будут совместно производить, продвигать и прокатывать фильмы. Финансовые подробности сделки не разглашаются. Как выразился Спилберг, сделка привнесет больше Китая в Америку и больше Америки в Китай. Джек Ма добавил, что партнерство может сыграть роль культурного моста между Востоком и Западом. Он также отметил, что видит потенциал виртуальной реальности в кинобизнесе. Напомню, китайский рынок кинопроката – второй крупнейший в мире. По итогам прошлого года он вырос почти наполовину. Общие кассовые сборы составили 6 миллиардов 800 миллионов долларов. В США этот показатель чуть выше – 11 миллиардов.